Привет, народ! И вот у меня на столе очередная посылочка. С ней вообще очень такая интересная история. Заказал, дело в том, что к Новому году подарок сам себе. Получилось, ну, не знаю, весенний какой-то подарок. Дело в том, что на дворе уже сейчас не что иное, как Пасха. Правильно, Пасха, вы сами это видите. Долго шла посылка, но были тому причины. Об этом, если что, как-нибудь расскажу. Итак, открываем. Многим, кстати, почему-то не нравится ножик, которым я открываю посылки. Ну, если что, ребят, не обессудьте, другого нету. Если какие-то есть пожелания, можете присылать. Буду распаковывать вашими крутыми ножами. Итак, ага, посылочка, внутри которой еще одна посылочка. Так, так, так. Накладная. Не знаю даже, с какой стороны ее. Вот, наверное, вот так. Потому что обещали какой-то подарок, либо компенсацию. Там была у нас эпопея с возвратами посылки. И ребята обещали компенсировать. Посмотрим. Не что иное, как термострамп. Это пищевой термос. Дело в том, что термос для напитков у меня уже есть. Было о нем видео. Выложу где-нибудь вот там или там. Ну, или же под видео ссылочку. Что же нам предлагают здесь? Термос этот пол-литра. И в течение 4 часов обещают держать температуру 82 градуса. А в течение 12 не ниже 58. Ну, естественно, мы это протестим. Оп, оп. И оп. И больше ничего. Ну, не знаю, о какой имелось в виду компенсации. Но пока ничего не обнаружил. Итак, для начала предлагаю взвесить данный термос. Уж не знаю, видно вам или нет. 467 грамм. И размеры его 13 сантиметров, а в диаметре он 10,5. Состоит, как мы уже видели, из крышки дополнительной такой вот плошечки. Не знаю, может быть, котлетки выкладывать или огурчики. Вот. Ну и самой колбы с термокрышкой. Внутри довольно все прилично сделано. Чистый, аккуратный шов. Практически незаметный. Снаружи тоже полирован, не полированная, вернее, а такая матовая, так же как, кстати, и внутри, нержавейка. Единственное, что полированное, это дно. Вот. Приступаем к тестам. Для этого ставим чайник. Ну и, кстати, пока вот закипает чайник, обратил внимание на упаковочку. Смотрю, что она от Новатура, хотя магазин называется Трамп чего-то там. Ну, короче, ссылочка будет либо здесь, либо под видео в описании. Вот. Обратил внимание, Трамп, ну это что-то было связано явно не с Новатуром. А посмотревший расходную накладную, ИП Денис Доропей. Ну, огромный привет Денису Доропею. Ну, вот, в принципе, чайник-то наш и закипел. Включаем термометр.
Льем немножко кипяточку. Прогреваем, чтобы все было по-честному. Так, о, разогрелся, ох. Сливаем. И заливаем заново кипяточек. Ровненько под горлышко. Проверяем. Так, вот так. Ну, уже 94 градуса. Не знаю, порядка 95 градусов будет залитый кипяток. Ну, не будем остуживать. 94, так 94. Плотненько закрываем, все составляющие на место, и в холодильник, в морозилку. Открываем холодильник, загружаем термос. И после этого ожидаем, ну давайте для начала хотя бы 6 часов, температура 72 градуса. Ну, пусть хотя бы будет 70. Ну вот, друзья, на наших курантах почти 10 часов. А это значит, что прошло ровно 6 часов с того, как мы тестируем термос Трамп пищевой на 0,5 литра. И температура после холодильника должна быть не менее 72 градусов. Ну, пусть даже будет 70 градусов. Вытаскиваем из холодильника. Холодненький. Итак, по прошествию 6 часов, ну, он, как бы я сказал, даже обмерз немножко. Надеюсь, все сработает. Включаем наш термометр. Открываем крышечку. Дополнительная мисочка. Блин, плотно так садится. Зачем она такая плотная? И пытаемся открыть. Надеюсь, ничего не примерзло. Да нет. Температура 21 градус в доме. И мне аж интересно. 35, 42, 47, 48, 49, 50. Так, подождем. Ну, буквально пару минут и должно набрать 72. Блин, думаю, не наберет. 53 градуса. Нет, к сожалению, только 53 градуса. Надеюсь, видно в каком-нибудь из положений, что здесь только 53 градуса. Ну, на ощупь хорошо теплый. Но это при условии, что в морозилке, где мы проводили эксперимент, порядка минус 20 градусов. Все-таки термос... Вот, который у меня был питьевой, ну, для чая и напитков. Он лучше выдерживает температуру, хотя он уже настолько, как вы видите, боевой. Он уже прошел Крым, Рым и медные трубы. Вот. Падал, помятая крышка, помятые бока. Ну, тут очень хорошо видно такие сильные вмятины. Падал с высоты около 3 метров на что-то типа асфальта разбитого. Ну и сам получился такой. Если заглянуть вовнутрь, то там видно, что внешняя стенка ударила настолько сильно, что внутренняя тоже погнулась. Но они на данный момент не соприкасаются, и перехода тепла здесь нету, в этой точке.
Вот, то есть и этот термос служит верой и правдой уже который год, держит тепло очень здорово. Мне понравился, конечно, очень сильно, поэтому и был приобретен вот такой же трамповский термос для обедов. Ну, не знаю, конечно, заявленную температуру он не держит, но опять-таки повторюсь, мы не знаем вот этих всех параметров, при которых тестировалась данная вот посуда, то есть при каких внешних показаниях эта температура выдерживается. Может быть, это при комнатной температуре, может быть, просто там до 0 градусов. Я думаю, что если до 0 градусов в холодильнике просто держать там при охлажденном, то будет держать. Но есть то, что есть. Ну вот, друзья, мы рассмотрели с вами такой пищевой термос Трамп на пол-литр. Такие же есть там, по-моему, и на 700 грамм, и на литр. То есть разные варианты есть. Ссылочку, кому интересно, оставлю под видео в описании. Ну или здесь где-то накидаю, где я брал. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, вы увидите еще много интересных тестов, обзоров. Ставьте лайки, не забывайте комментировать. И вы из комментариев мы узнаем, что интересно нашей аудитории. Пока-пока, до новых видео. Так, итак, погнали. После того, как я налил сюда чего-то там, прошло 9 часов, ну не 9, пусть 8 часов. Кипяченый был супчик. Проверяем, остался ли здесь супчик. Так, нет, сначала хлебушка доставим. О, я понял теперь, зачем вот это вот, это сюда хлебушек ложить. Как в лучших домах Парижа и Лондона. Так, вот взял кусочек, отломал, положил. Либо когда у тебя есть собака, и ты ходишь на мясо. Да, и ты... Не, слышишь, она уезжает. Ладно, самое главное проверить... Блин, присосалась! Не открывается! Прикинь, налил полную, горячую. Теперь она остыла, присосалась. Офигеть, слушай. Нифига себе. Слушай, я не могу открыть ее. Да, блин, подожди, какой открою. Надо разлить именно на себя. Ну, пожалуйста, ты. Пока откроешь, с голоду помрешь. Если еще откроешь. О, я так и открыл его. Еще даже супчик. Еще даже ничего себе. Так. Градусник взял? Градусник? Не, не взял. У меня рот мой лучший градусник. Ну что, смотри, даже еще парится. Я понимаю, что, конечно, здесь не жара. Вот так вот, ровно камильфо, я бы сказал. То есть, на грани можливого. То есть, что ну, приятно ну. Есть, да, но не обжигает. Угу. Слушай, это самое то. Грибной супчик. Приятного аппетита. А когда прошло 9 часов? Угу. Вот иной раз приходится останавливаться буквально посреди дороги, чтобы перекусить. Времени нет вообще. Вот в этом-то и выручает термос. О, нифига себе, глянь, она запарилась. Ничего не варит. Кашу надо было именно варить. Тут овсяная каша, ну типа мюсли.
Вот, и ее надо было варить. Залил утром, во сколько там, 7 часов, сейчас 2 часа, ну, практически 6 часов прошло. Запарилась абсолютно классно. Здорово, горячая пища.